Fuck you and you and you. I have friends and they hate me too. I'm through, I'm through, I'm through. Hop up on my anthem, turn it up and throw a tantrum. This that throw up in your Birkin bag, hook up with someone random. This that social awkward suicide that by your lips and by your likes. I swear she had a man, but shit hit different when it's Thursday night. That college dropout music every day like that. She be too thick and my friends are all annoying, but we go dumb. We go stupid, this the 10K on the table just so we can be secluded. And the vodka came diluted. One more line, I'm superhuman. Fuck you and you and you. I hate your friends and they hate me too. I'm through, I'm through, I'm through. This that hot girl bummer anthem, turn it up and throw a tantrum. Fuck you and you and you. Друзья, всем привет, это Гомель Автосаунд. Короче, у меня сегодня на обзоре Леша Дашкевич и его Рено Шафран. И вы обязательно должны помнить предыдущий Шафран Руслана Трача, который был уже у меня на канале. Так вот, сегодня новый сетап, новый подход абсолютно. Он приехал ко мне из Минска. Сегодня у нас импровизированная, короче, здесь мини-сходка. Коля Доталова валит свой 518, пойдемте покажу, что. Погнали, Лёх. Дурачатся пацаны, как обычно. Стоите мы зря. Леха думает, куда я приехал. Боже мой, что за хрень? Ее Колян засосало, по-моему, туда. Тебе не кажется, что это? А, вон она валяется. Подожди. Ну что, это Леша Дашкевич. Здорово, братан. Здорово. Он ко мне приехал, и это очень хорошо. Прямо из Минска пропилил 300 с чем-то километров, чтобы снять обзорчик. Эту машину вы многие знаете, прям обзора на нее не было. И инсталла много поменялось, поэтому мы, как обычно, Леха, показывай. Потом обязательно еще и навалишь, хоть даже с боевого. Короче, мы, как обычно, с подкапотки начнем. Просто капот ржавый, жизнь старенький. Открылся. Опа. Цветочка. Полумертвая. Полумертвая. Ну давай, Леха, что? Расскажи, что у нас тут. Давай с подкапотки начнем, с твоих протяжек, короче. У нас тут тридцатка секция, прямо оттуда, с Челябинска. Пацаны со студии подогнали. Как раз еще успели. Подожди, автокасты, да? Да, это уральские пацаны, автокасты, это все оттуда. Балансир уже, правда, у нас брал. Вот. Генератор. Балансир у тебя активный тоже, да? Да. Только это активный. Басвалер? Нет. А я не знаю, это я у Коли Чеушева брал. Как бы. Вот. Генератор. Генератор. Изначально не хотелось ставить ничего кастомить, поэтому он, его короче, там не видно. Он там, да. Поэтому мы брали родной генератор. Со второго раза одни ребята мне смогли переделать его. Он остался те же 110 ампер, но напряжение у него 15,2 зарядки. Нерегулируемое, то есть у меня всегда 15,2 на заряд, то есть на горячую там 14,8-14,9. Прикольно. Слушай, давай вот по технической части. Я смотрю, ты тоже как-то пытался красоту навести, да, покрасил здесь все. Короче, у Руслана Трача в его шафране, вот это двигатель немножко другой, да? Как ты, ну говоришь? Да. Потому что я смотрю, тут пространство, можно еще второй такой же. Ну здесь, да, здесь уже ставились по заводу V6, поэтому короче, место позволяет. Вот, да. Вот если отсюда взять, вот прям вообще он смещен вперед. Но ты сказал, ну, что сюда он еще, не едет, да? Сюда если включить еще кондер. Да. Ну, самый старый, то есть, ну, у меня изначально был 2,2 12-клапанный 140-сильный мотор. Он у меня сдох, я купил еще один.
из Литвы контрактный с видео, там со всей фигней, за $450, по-моему, отъездил на нем год. Угу. Он перестал ехать, померили компрессию шестерка по всем цилиндрам, и я просто плюнул. У человека в Гомеле была эта машина на разборе такая. Он предложил, да, он сказал, $100, приезжай, выдирай, самый примитивный мотор. Я думал, ну возьму, поезжу годик, там пока найду что-нибудь. С годиком не получилось. А что вот это такое? Это маслоуловитель. За счет того, что мотор старый, идут из сапуна выхлопные газы вместе с маслом. И чтобы они не попадали в коллектор или там, как делают на «Жигулях», эту трубку выводят, чтобы оно лилось на землю, здесь все улавливается сюда. Интересно. И потом просто выливаешь. Ты сам дорабатывал, да? Да, продается. Так, ну давай по протяжкам. По протяжкам. Вдруг у тебя там в багажнике, мы еще вернемся. Там эти ну отсюда идет, то есть здесь получается 50-ка идет до предохранителя. Из титаната, по-моему, идет 2 35-ки уже. То есть, ну, суммарно 70-ка получается идет до багажника. Минус я не тянул, минус на кузов. С генератора, с мотора минус тоже на кузов. То есть именно две только плюсовые. О, что это у нас на деревяшечке? Это остатки старого инстала. Здесь когда-то был предохранитель. Сережа, не помню, это что-то, какой-то плюс, который там что-то бортовое питает, оно так и осталось. Нормально, из-за этого деревяшечка просто. Ну, да. Это даже, подожди, деревяшечка, это у нас этот, как это, USB? USB, да. USB. Болтается. Короче. Главное, что крышечка какая-то, да. Свага. Да. Какая-то аудюшная тема. Да. Так, ну, в принципе, понятно с это. Подкапотка твоя. Давай немножко пройдемся дальше. Что у нас? Что у нас? Давай вот по внешке пройдемся. Она у тебя покрашена, да? И, да. И она у тебя такая на стиле. Она у тебя на этих, на кайловерах, да? Нет, нет, нет. Или она просто обрезана? Она не просто обрезана. Ну, как бы пружины заказные делались, амортизаторы родные, но укорачивали штоки, перепиливали. То есть, ну, сам шток амортизатора укорачивали, нарезали новую резьбу, чтобы сам ход подвески был меньше. Ну, короче, чтобы вы понимали, она такая. Все, ну, да, то есть, вот ты ее берешь, и она чисто на резине прыгает. Ну, короче, у нас же еще диски крутые, у нас же Воссены. Ну, понятно, что это реплика, но это классная, качественная реплика, они реально очень крутые. Ты их покупал новые, да? Да. У нас какой диаметр? 17. 17 радиус. Смотрится пушечно вообще. Честно, она такая на стиле вся. Очень. И, кстати, у него еще эти номера. Я вот, блин, вот прям кайфую от старых номеров наших. Вот это суперски. У него еще те самые. Черные. Ну, это машина отца когда-то, то есть он был вторым владельцем после Бельгии, ее, по-моему, в Бельгии купили новую, и после Бельгии, то есть она где-то там при посольстве была, там еще даже видно, заднее сиденье правое было просижено, а переднее пассажирское было как новое, когда ее пригнали, то есть на ней кого-то возили. Посольский автомобиль. Ну что, пошли. Лёшка, с тобой и дальше что-нибудь. В салоне тут тоже есть о чем рассказать. Причем инсталлы у него много менялись. И я уже сколько в этой теме, сколько снимаю. И машина ж постоянно была. Я видел, как у него менялись сетапы. Ну, давай по... Тут очень много. Давай, первое, что бросается в глаза, это те бирочки, которые у нас выдают, эти лейбы. Как они там называются? Как они, правильно, называются? Кто знает. Ну, короче, когда ты участвуешь, там вот дебидраговские есть. Вот у меня часть есть. Вот здесь у тебя, я так понимаю, да? Короче, сбор. Вот это последнее со Славянского базара, когда они ездили. Да. Аккредитация вот такая вот небольшая. Тут, по-моему, 20, да, с 20-го года. Ну, короче, у тебя тут весь набор душек. Да. Что-то я уже снимал. Вот басик здесь. Все как надо, loud sound. Все как, ну, без, в автозвуке, чтобы и без басика, но никак. Ну давай, короче, что? Ох ты. Тут какие-то вещи есть, которые я даже не знаю. Давай, наверное. Ну, давай слева направо, вот что у тебя там под стеклом. Это что? Это датчики давления колес. Все примитивно. О, как. Прикольно. Это Китай, да? Да, это с Алиэкспресса. Алиэкспресс, да? Так. Так, сейчас будем смотреть, что у него по технической части. Тут очень много всяких фишек. Давай, Алеш,
Давай как-то слева направо, потому что тут какие-то вещи есть, я даже которые не видел. Это пульт управления процессором. То есть, ну, тут как бы все примитивно. Громкость процессора, выбор пресетов. Это так называемый мощмер. То есть, ну, как аналог квазара. Показывает вольты на выходе усилителя, амперы на выходе усилителя, суммарная мощность, температура усилителя. Это уже... Это сторонняя какая-то штука. Это, да, это самодельная штука. Самодельная? Ну, как бы оно есть в Китае в продаже, но оно не подходит для использования в автомобилях. Мне пришлось купить новую. То есть, ну, не новую, это делают в Екатеринбурге ребята. Как бы мне пришло, я ее купил, посмотрел, как сделано, то есть, в принципе... Ну, мы еще посмотрим, да, как она работает, да, я думаю, да. Потом, когда ты будешь валить. Так, да. Что у нас по головному устройству? Это у нас... 520-й Пионер. Ну, в принципе, современный. Ну, мне от него, да, мне от него сейчас надо только, чтобы в нем был Bluetooth, и он управлялся с кнопок на руле. Не все, по сути. Ну, свою роль он выполняет, да? Да. Регулятор? Регулятор. Вижу, не, да? АЗ-13, ну, ой. То же самое. Да, да, да. А, это этот знаменитый, который у всех. Я что-то перепутал, да. Ну, такой же уровень, знаешь, автозвукера, оказывается, такой. Он же немалых денег стоит, по-моему. Ну, не у меня, дешевый, короче. Ну, да, но у меня на усилителях, в принципе, нет места для регулятора, нет даже входа для регулятора, поэтому альтернативы нет. Так, хорошо. Дальше у нас... Вольтметры, естественно, да, температура. Да. Смотри, температура. У тебя... Верхний термометр стоит в моторе Саба, показывает мне температуру мотора и проходящий воздух через него. Нижний термометр... Прикиньте. Да. А, Леха заморочился. Ну... Температура воздуха. Вот, нижний это температура титаната под капотом, то есть, ну, в... У него в технических условиях эксплуатация не выше 50 градусов. Я удивил, даже Басик похерился. Что он сказал? Вот. Так, ладно, хорошо. Ну, по напряжению все понятно. Напряжение под капотом, напряжение в багажнике. Этот надо регулировать, он врет. Так, ладно, вот это что? Стробоскопы. А, стробоскопы, это же те, которые ты включал, да? Да, да. Так, ладно, мы, короче, продемонстрируем. Давай дальше, вот это что? Это включение усилителей. Выключение всех усилителей, выключение фронтовых усилителей, выключение сабовых усилителей. Ну, грубо говоря, едешь на замер фронта, вырубаешь саб, едешь на замер СПЛ, то есть звукового давления, вырубаешь фронт. Очень удобно, прям молодец. Ну, я, в принципе, не удивлен, почему ты так все это сделал. Кстати, ну вот, Леша, я не знаю, кто его не знает у нас в стране. Если нас смотрит кто-то, а процентов 60 меня смотрит из России, человек занимается усилителями, ремонтами и всем остальным. Поэтому я не удивлен, почему у него в машине так и, собственно, такие фишки. Кстати, очень удобно. Подъехал, выключил. Как по мне, так вообще классная вещь. Ну, тут и заморочился. Ну, карбон. Карбончик. Пленочка. Так, ну, в принципе, все, да, это у нас это же. Да, процессор Мачете самый примитивный из того, что сейчас есть, но со своей задачей справляющийся. Рядышком. Ну, по салону вообще, по вибре. Вибра, там, есть что-то у тебя стоит? Что завибрено? Что завибрено, все. Все, есть... да, в принципе, наверное, больше не надо. Все. Но она такая сбитая, она чувствуется, что сбитая. Ну, двери зашумлены этим... Масса, это еще было давно СТП-бомбом, внутренняя часть наружная четверкой, пол весь масса баса, сверху второй слой идет там какой-то шумов, крыша СТП-бомб про четверка, по-моему, вот до сюда, то есть тут, по-моему, ничего нет у меня, только задняя часть. Вот что еще, багажник тоже весь массой баса заклеен. Полностью. Короче, все в вибре. Ну, в принципе, у нормального автозвукера так и должно быть. Ну и давай по фронту. Тоже немало интересного, конечно, фронт. И больше всего интересно то, что это уже новый фронт у тебя. Да. Были в моих предыдущих роликах, но я бегло снимал для клипа. Там у него стояли тогда 16, по-моему. Не, даймонды стояли. Или что у тебя, даймонды? Даймонды восьмерки. А здесь переделаны сейчас подиумы. Подиумы где-то там в Никара делал, да? Ну, делали в Светлогорске, а перетягивали в Никара. В Никара.
Дакара. То есть подиумы новенькие, тоже переделаны. Это Т-34 или нет? Да, Т-34. Т-34, да? Ну, собственно, как они играют, мы обязательно послушаем, поэтому я предлагаю перейти сейчас к самому интересному, это в багажник. Там уже посмотрим, откуда там температуры мы берем и все остальное. Вот она, красота. Первое, что бросается в глаза, я говорю, короче, кто-то последний штрих какой-то. О, все, вот так и должно быть. Так, ну, тут есть много про что рассказать, давай, наверное, сам. Потому что здесь все, как просится монобренд, очень красиво, это все стецимы, абсолютно разные. И тут вот тоже у него протяжечки, короче, все красиво. Ну, питание, две секции тридцатки здесь. Опять же, с активным балансиром, он где-то там. Ну, в общем, все то же самое, как и под этим. Да. Ну, давай по усилителям. Здесь вот прям очень интересно. 13500 идет на SAP. Коммутирован он сейчас в 0,8 Ома, по-моему. Ну, как бы стреляли с него и в 0,5 Ома, но эту лотерею решили не повторять. Спалили SAP, перемотали в 0,8. Вот. Как вы заметили, что короб боевой, и сегодня не будет такого дикого валева. Ну, мы что-нибудь стрельнем обязательно, но валева такого не будет. Давай ты лучше расскажешь тогда, сколько с этого Санкьюбита, кстати, сабвуфер Санкьюбит 415. Ну, тут я этого... не знаю, как его показать отсюда. Нам можно сиденье разложить. Будет видно, не будет видно, да? Я, в принципе, отсюда и покажу. Он у тебя полностью full карбон, да? Да. Он полностью full карбон. Ну, вот такая вот интересная форма карабасика. Так, что у нас тут? Ну, дистрибьюторы. Так вот, мы не поговорили по поводу реза. Давай вот расскажем, какой был рез у тебя. Ну, с этого короба всего. Мы попробовали, у нас было 153. Но это как бы гаражный рез. Стрельнуть на соревнования, то есть, ну, максимальный рез мы еще не знаем. Потому что мы попробовали, мы увидели, что начинает ломать SAP компрессии. Поэтому, как бы, на Витебск я съездил, там... У второго места было что-то около 150, я там сильно его не стрелял. На Витебс съездил. Ну да, так получилось. Ну, то, что ты и говоришь. Я там немножко лоханулся. Я на повседнев резал SAP от 45, грубо говоря, на герц, чтобы он играл, чтобы не спалить. И на соревнованиях забыл вернуть. И я стреляю, а реза нет, а SAP весь ломает, и в итоге сдалась губа. Вот как бы. Бывает, бывает. Это соревы. Так, значит, 13500 на SAP. Про SAP мы поговорили. Что у нас дальше идет? Шеститысячник. Шеститысячник, вот этот, да, слева, который? Да. Это у нас на что идет? Это идет на середину, на СЧ. То есть на две двери, моноблок. На двадцатке эти бас, да? Да. Они как раз коммутируются, каждая дверь в 1 Ом. И суммарно 2 Ома на него. Но он в полгейна стоит, потому что я еще в шишку, ну, почти в шишку попробовал на даймондах, они на замере там прожили буквально там секунд 5. Ну, этот получается у нас на... Этот я вообще не планировал покупать, то есть он тут реализован, наверное, процентов на 10, там гейн буквально чуть-чуть. Это на твиттера у тебя сейчас? Да, то есть он 804, он сейчас подключен мостами, каждый мост на один твиттер. Там, наверное, мост полкиловатта, поэтому там гейн, ну, процентов 5. Ну, а еще вот эта вся красота, что в змее, она еще и все подсвечивается. Да. Ну-ка, покажи, Леха. У нее есть заветная кнопка. Ой, красотища. Короче, через орстекло все сделано, и вот здесь вот прям на корпус падает. Круто вообще, круто. Кстати, по поводу подсветки, есть еще интересная фишка на дверях. Да, ну-ка покажи там. Мы еще дождемся более темного времени, чтобы это все, ну вот это все вот так всегда. Красота вообще, ну прям пушечка. Вот всех сейчас, кто видел, сразу сказали. Оно даже днем видно вообще. Шикарно. Кстати, он пересветил, и здесь у него везде все синее. Тебе Volkswagen надо было купить, это Passat. Когда я это делал, Volkswagen еще толком не было таких. Короче, круто, ну вот реально смотрится. И вот это все в купе дает такой, у него штамм диодики тоже по салону. Короче, заморочился, машина синяя, выхлоп тоже самое такой громкий. Но мы ехали, она, конечно, деревянная такая.
Ну так в целом я думаю, что у нас здесь тоже какая-то подсветка. Помню? Да, это РГБ. Подсвечивает, и, да, РГБ, оно чистокоро подсвечивает, чтобы он в темноте был именно ярко-желтый. Заморочился. Короче, ждем темноты, там обязательно мы повалим. Уже с этой подсветочкой. Ну, красиво, конечно. Ну и естественно, такая забрендирована. А вот когда сбоку сегодня мы запарковались у нас тут на апельсине, и на нее очень падали взгляды, хотя вроде машина, знаешь, не новая, но на нее она собирала, короче, взгляды, а сегодня она соберет не меньше. Круто вообще смотрится подсветка эта. Ну что, давай фронтухи, может, навалим, да? Давай. Я думаю, мы никакие вроде вопросы не забыли по поводу машины. Сейчас надо просто это все показать, пока по светлу. По вечеру мы еще просто покажем уже как. Давай посмотрим, что за фронтуха, как валит. Ну, в принципе, я знаю, что Russian басы валят отлично. Я, в принципе, и Twitter. Твиттера, кстати, хватает? Да. Ну, я как бы вот сюда еще поставил от магнитолы наверх, вот. Чисто, чтобы в салоне поднять цену, чтобы у меня все высокие не были в ногах. Слышишь, а вот все за эти наклейки, ну, не нет, это? Нет, пока нет. Никто ничего не говорил, как Гаёвы останавливать? Один раз Гаёвы выписали за наклейки, но это было в августе 2020 года. А так вообще не трогают, да? Ну, тут у тебя и шторка, а за шторку, нет? Тогда и за шторку выписали, больше нет. Пацанам из автокасты привет, вот у него прям тут все есть, все с Тэтсом. Все есть. Лысый из Бразерс. Инстаграм, кстати, давайте. Если вдруг кому-то машина, вот его инстаграм, если вдруг кому-то надо что-то, или у кого-то такая, хотя в России не такая, мы когда приезжали в Людиново, там пацаны говорят, о, сразу видно белорусов, приехали, короче, гольфы, я говорю, ну, а типа, а у вас сразу видно по приорам, короче, и четыркам, блядь, заезжаешь в Россию, одни приоры и четырки, черные, затонированные в ноль, а по нам сразу видно, что мы белорусы, едут гольфы, пассаты, короче. 80-ки, это наша тема, да. Они впервые, заехал сценик тогда, Андрюхи, они говорят, а что это за тачка такая, они сценика не видели никогда. Я не знаю даже, что такое. Проще иголку найти в стоге, чем купить у деда живу в стоге. Если продать уговорил, о, преврати ее в пушкомобиль. Даже рак не умеет.
Сердце колет. Да у Лехи даже рамка не шевелится, она завибрена вся. В 15-м это было. О, нормально. Подогрелся, да? Да. Ну как, градусов, блядь, 50. Ну, потому что это боевой. Ёптва, ну что, даже не начал нагревать. Сказал человек, который в начале видоса все валил, блядь, что там тряпки. Сейчас он завядится, будем. А, будем опять валить? Ты, короче, убьешь его. Слушай, Колян, давай положим его, 518 твой. Мы же его там не положили. Как его положить? Ну, попробуй. Там уже, блядь, генератор, люк, крыша, блядь. Сейчас с моей провода накинем, я заряжу. Ну, давай еще две секции подключим. Две секции. Есть, ну, одна есть, точно. Есть. Проводов нету. Такой эксперимент. Пошел искать провод. О! О! Хватит? Так а что, еще один. Можем у меня массу открутить. Да, только таких петухов. Короче, сейчас... Плавно обзор твой пересечет вот творение вот этой машины. Так наоборот. Жена недовольна. Ищи на куполе, пока не поздно. Да есть скотч, если что. Вика, все будет хорошо. Ну что, мы сейчас будем убивать. Ну как убивать? Скорее всего, быстрее генератор у него убьется, наверное. Или еще что-нибудь. Да. Чем он убьется, но не знаю. Ну попробуем убить. Мы его в России не убили, а сейчас здесь-то подавно. Посмотрим. Что там по Семеновым трекам? Обработка трека. Бай. Нам надо что-то около 41-9. 41? Да. Короче, мы ищем сейчас трек. И, ну не факт, конечно, что получится, но вдруг будет контент. Если получится, надо мне 38-41. А может его надо на открытую валить, если ты его хочешь убить? Да ты не убьешь. Короче, мы не можем убить этот САП вообще. Деле вот такая концовочка обзора получается. Мы просто сидим ждем, вот он умрет сегодня или нет. Леха, твой вердикт. Помрет или нет? Убьет? Блин, я пока сомневаюсь. Тема, ты? Я думаю, что нет. Его и так уже мучаем, тут я не знаю сколько. Не, это хорошая нота бы, если бы так обзор закончили. Прямо чтоб бах. Ну вот там и все в ожидании, когда он помрет. Я, кстати, сейчас трек с тобой включится после того, когда он умрет или нет, Оля? Нет. Блин, а я так хотел, чтобы мы на такой ноте закончили хороший. А так хочется, чтобы он помер. И на этой бы прекрасной ноте мы бы закончили. Спасибо, что ты приехал.
ты красава, молодец. Короче, на такой ноте мы и закончим. Сейчас мы вольнем еще красоты. Он сейчас включит все подсветки. Вольнем еще фронтухи. Ну, собственно, все, братцы. Подписывайтесь на Лешу. Инстаграм его я закидывал. Без клипа не вали. Всем пока. Annoying, but we go dumb, yeah, we go stupid. This the 10K on the table.